Против отстрела медведей в Южно-Камчатском заказнике выступают специалисты Кранотского заповедника. Необходимость таких мер аргументируется участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты. По мнению инициаторов затеи, угрозу людям представляют именно звери, обитающие в заказнике. Якобы животных стало, что им тесно на особо охраняемой природной территории, и они выходят к человеческому жилью. Ученые Кранотского заповедника в корне не согласны с такими заявлениями. По их словам, численность косолапых в Южно-Камчатском заказнике стабильно высокая, и она регулируется естественным путем без вмешательства человека. А выходы зверей в населенные пункты, связанные не с наличием рядом особо охраняемой природной территории, а с отсутствием культуры утилизации пищевых отходов. Например, в поселке Ивашка в Корякии целая группировка медведей численностью более 50 особей выросла на местной свалке. И такая проблема характерна для всей Камчатки, в том числе для поселков, расположенных у границ заказника. В пресс-службе Кранотского также подчеркнули, что отстрел диких зверей для регулирования их численности на особо охраняемых природных территориях вне закона. Подобные меры могут применяться лишь для борьбы с какой-либо эпидемией животных после согласования с Министерством природных ресурсов и экологии и Росприроднадзором. Признаков опасных заболеваний у зверей нет.